Здесь все готово к нашей игре, до начала которой остается уже... Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на много. Здесь все готово к нашей игре, до начала которой остается уже... Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Здесь все готово к нашей игре, до начала которой остается уже... Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Здесь все готово к нашей игре, до начала которой остается уже... Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Здесь все готово к нашей игре, до начала которой остается уже... Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Здесь все готово к нашей игре, до начала которой остается уже... Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Мяч у соперника теперь будет. Здорово он в отборе сыграл, будет аут. Отлично в отборе. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое.
Здесь все готово к нашей игре, до начала которой остается уже... Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Мяч у соперника теперь будет. Здорово он в отборе сыграл, будет аут. Отлично в отборе. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Здесь все готово к нашей игре, до начала которой остается уже... Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Здесь все готово к нашей игре, до начала которой остается уже... Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Здесь все готово к нашей игре, до начала которой остается уже... Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое.